Приветствую тебя, инженер. Выпуск «Разговор с подписчиками» давно не было. Я опять выбрал какую-то чудесную локацию. Шишки, елки, все дела. По пабликам. Все функционирует, работает даже YouTube. Он настолько сильно сломался, что даже монетизация пришла за прошлый месяц. Хотя такого быть, по идее, не должно. Монетизация отключена, по идее. И, в принципе, платежные системы все к херам позаблокированы, ничего не должно было пройти. Но эти божественные $109 до меня в прошлом месяце долетели. Они пойдут на оплату платной подписки на Epidemic Sound. Остальные паблики в Контаче цветет и пахнет, и онлайн там, независимо от того, что зрителей там в разы меньше, все-таки работает. И покрытие постов просмотрами, оно почему-то там намного больше, чем в YouTube. В телеге на канале около 600 зрителей есть, и в чате больше 400, наверное, 50 уже специалистов, которые помогают друг другу. Вот. И для того, чтобы обсудить что-то неформальное, есть чат, который я назвал «Кофе Брейк». Я ссылочки на все это добро размещу под видео в описании или в первом комментарии, там листайте вниз, увидите. Ну и наконец-то, спустя несколько лет существования всех пабликов, я все-таки решил решить вопрос с донатами. То есть люди пишут, хотят задонатить копеечку на поддержку канала, и раньше возможности было мало. То есть можно было оформить платную подписку в YouTube, либо сделать это через ВКонтаче. И то актуально до сих пор, и люди там есть, и там, и там. Но я, наконец, обзавелся аккаунтом в Boosty, и я не буду ничего там размещать платного. Там просто находится информация, используя которую вы можете понять, как лучше, если ты хочешь задонатить полтишок, 100 рублей, пожалуйста. Там все это есть. Найдешь, увидишь, полистай. Также там увидишь, на что конкретно идет сбор. То есть мне не нужна вот копеечка на существование паблика, он в принципе и так будет существовать. Но каждый донат, он будет идти на приобретение какой-то материальной базы для канала. Вот сейчас я вывесил сбор на рекордер Zoom для того, чтобы нормально звук писать. Вот на эту петельку Sennheiser, не блевотный звук. Вот на камеру, сейчас я пишу напрямую на камеру, и потом я буду еще часа 4 сидеть на посте и это все выправлять. Рекордер меня от этого избавит. Ну а сейчас немного по комментариям. Я прям буду зачитывать и буду прям отвечать. У нас есть англоязычная аудитория, да, люди, которые не понимают русскую речь именно для вас. Ребята, я делаю английские субтитры. И пользователь с ником MEC пишет, сейчас прошу простить меня за мой французский, я не fluent English speaker все-таки. Hello, brother. Good day. May I make a request to you? Can you please make a video about Chip's central air conditioning system? It will be really helpful. И этот пользователь подобный комментарий писал уже дважды. Поэтому да, я, наверное, это все-таки буду делать. Ничего сложного в системе нет, но я видел три очень разных типа установки. Одна из них корейская, очень неудачная, как мне кажется. В общем, буду делать выпуск. Будет. Влад Топал пишет. Уважаемый сенсей, иду на контейнер корейской постройки. Сенсей, блин. 2002 года, четвертым инженером. Хотел бы узнать по опыту, какой может быть производитель вспомогательного котла судна MSC Barbara. Какой угодно, абсолютно. Что там захотели, то и поставили. Кто-то кого-то пролоббировал, кто-то кого-то попросил, либо просто есть компанейская какая-то программа. На самом деле тебе абсолютно не важно, какой там будет котел. Тебе гораздо более важнее будет, какое именно топочное устройство стоит. Потому что котел может быть любой, Mitsubishi, Alborg, Kangrim. А топочное устройство каждый раз будет одно и то же, допустим, Sunflame. Все зависит от судовладельца. Что ему удобнее, то он и ставит. Толпа или толпа пишет, упростили, в кавычках, как по мне, с болванкой камшафт более надежнее, чисто мое мнение. Когда приходишь на МЕ и видишь МЕ, думаешь, какого хрена, это же совсем непонятно. Но потом проходит 2 месяца, буквально. Ты делаешь моточистку,
незапланированную, как было у меня. И понимаешь, что это на самом деле очень простое оборудование. Нет вот этих многотонных железок, которые необходимо перемещать. Нет системы приводов пневмогидравлических, которые необходимы для того, чтобы камшафт двигать. Система вид на SMC. Помнишь, как это выглядит? Как эта блевотня управления топливным насосом выглядит? Две рейки, которые периодически подвисают. Я не знаю, мне гораздо проще и интуитивно даже понятнее работать на ME-шной серии. Здесь на самом деле все просто. Если у тебя что-то тупит, ты просто берешь электронный блок, вытаскиваешь и ставишь новый. Все. Не нужно ничего колупать, не нужно ничего разбирать, не нужно копаться в схемах. Меняешь, ставишь. Все. Проблемы с реверсом. Когда вы идете долго из точки А в точку Б, прежде чем зайти в территориальные воды, там, где вас уже будет встречать лоцман, вам необходимо сделать так называемую процедуру остеон-тест, то есть остановиться и произвести реверс. И все это сделано для того, что именно вот механизмы, которые долго работают на ход вперед, на передний, они потом могут и с первого раза и не реверсироваться. Поэтому необходимо такую процедуру проводить. На электронном двигателе это делается по общему лекалу, но на самом деле, если электронная движка едет вперед, она точно так же поедет и назад, потому что реверс производится электроникой. Поэтому мне как-то проще на самом деле работать на ME. Причем ME это на самом деле, я думаю, как мне видится, это промежуточная ступень между старыми линейками LMC, допустим, и двигателями MAN серии GI. Наша контора тоже, кстати, собирается где-то через годик начинать принимать эти суда. И контейнероносцы будут теперь еще и на газу. То есть, ну, японские слоупоки догадались, что все-таки газ это дешевле, чем топливо. И после того, как поставили скруберы на линейку Т-серии, вот 20-тысячников, решили все-таки еще и GI-ками обзавестись. Надеюсь, там поработать. Дмитрий пишет, у нас на судне стоит система обратного осмоса, 3 установки по 25 тонн в час, и в каждой системе 4 емкости по 5 кубометров с измельченными доломитами, вода на выходе близка к идеальной, кому интересно, могу скинуть фото. Мне интересно не просто фото, мне интересна сама схема, если ты скинешь в телеге, либо допустим в контаче, в ЛС, либо в чат, я это заберу и возможно сделаю видосик, чтобы всем стало понятно, что это. И вообще интересно, у тебя 3 установки по 25 тонн каждая в час. 25 тонн в час, 3 штуки. То есть, в принципе, если запустить на полную шишку, то можно 75 тонн в час воды получать пресной. Тут два варианта. Либо ты работаешь на авианосце, либо ты работаешь на пассажире. Вот, вообще система интересная, и скинь, пожалуйста, схемку. Александр Лебедев пишет, было бы интересно запилить видео о Counterbalance Valve, ну, наверное, Counterbalance Weight, как он там работает. Балансировка движка, если вырвать ее просто из контекста и залить видосик, то это будет, наверное, интересно, но ничего не будет понятно. То есть нужно степ-бай-степ все-таки ДВС изучать, делать целый плейлист. У меня была задумка, но потом я на все это дело завалил болта, потому что времени катастрофически не хватает. Я сейчас еще в отпуске решил отучиться все-таки на категорию А и Б. У меня раньше удостоверения не было. В общем, меня заставили туда пойти, потому что 32 годика, пора бы уже все-таки обзавестись. В общем, времени совсем мало, но я надеюсь, как надеюсь, я обязательно буду это делать, рано или поздно. Вот, но это все будет. Сергей Сергеевич пишет, стараюсь нажимать поднятый палец, так как уверен, что эти видео полезны судовым механикам. Спасибо. Да, это на самом деле способствует распространению, то есть любая ваша реакция, лайк или дизлайк, оценивается алгоритмами YouTube как выход на эмоции, а это очень важно. То есть удержание
то время, которое вы проводите в видео, то есть не просто кликнул и на 5 секунде ушел, это вообще самое черное, что можно сделать. Посмотрел максимум и еще и какую-то эмоцию проявил, то есть это для алгоритма YouTube считается самым просто пиком, топом, и в рекомендации вы подобных видео от одного и того же автора будете получать больше. Так, Руслан Колесников пишет: «Скажи, пожалуйста, у меня на судне MGPS работает при 450 амперах. Скажи, почему нам нужен такой высокий ампераж? Почему мы не можем держать в работе эту систему при низшем ампераже заранее? Спасибо». Системы разные, работают по-разному. То есть за все время работы в море я видел только одну систему, которая работает на подобных токах. Она представляла собой элемент питания и блок питания. И ячейку электролитическую, где находилось три титановых анода, титановых. То есть они не расходовались. Водичка через них проходила, раскладывалась там на составляющие, среди которых был молекулярный хлор, который очень сильно сокращал жизнь флоре и фауне, которая у нас, к сожалению, заводится в системе охлаждения. Так это работало. У системы есть один косяк, то есть она никак не защищает от электролитической коррозии. То есть помимо этого необходимо еще и разветвленную систему анодов иметь, протекторов. Современные MGPS-ки, они работают на меньших токах, потому что там немножечко другая система работы. Там медные, алюминиевые и железные аноды, которые при под действием меньших токов гораздо способны работать. Вот. То есть все зависит от типа установки, которая установлена для защиты системы забортного охлаждения. Есть еще озонаторы, которые тоже работают на высоких параметрах, но там идет речь о напряжении, то есть высокое напряжение для того, чтобы генерировать озон, который потом прокачивается через систему. Вот, интересно, есть такие вещи. Так, у нас Амаков Дмитрий пишет: забивается наглухо гравити-диск. В барабане тоже есть грязь, сухая, рассыпчатая, и в гравити тоже. Топливо, конечно, попалось нам. Как же избежать забивания гравити? Разгрузку поставить на минимальную минут на 20 не поможет. Максимум, что мы пытались сделать, это поднимали температуру сепарации до 102-103. Ничего там не испаряется, ни гидрозатвор не уходит, ни из-под подвижного дна вода тоже не уходит, все нормально работает. Но если тебе попалось плохое топливо, ты будешь страдать до тех пор, пока оно у тебя не кончится. Хорошо, если есть два сепаратора, вот если у тебя один умер в течение 6 часов, у тебя есть 6 часов, чтобы его перебрать, пока работает второй. Это если еще и сеттлинг-танки маленькие, то есть совсем беда. По поводу того, как избавиться от этого топлива, да никак. То есть однажды я еще работал вот третьим механиком, то есть отвечал за приемку топлива, за бункировку, и делал я так называемый спот-тест, это fuel compatibility тест, когда смешиваешь два вида топлива, капаешь на фильтровальную бумагу, сушишь, смотришь, что получается. Я делал это трижды, и в компанию отправляли трижды. Знаешь почему? Потому что первые два раза я делал тест нормально, и топлива были несовместимы. То, которое мы приняли, а мы приняли 6 тысяч тонн, и то, которое осталось. И так получилось, что бункернулись со смешиванием, потому что по-другому не влезало. И получается, третий раз я уже отправлял с гораздо большей пропорцией свежего топлива, чтобы старое там оказалось меньше, для того, чтобы у меня просто вышел тест в норму. И после этого нам сказали: отлично, используйте. Я бы продолжал делать тесты и 100, и 200, наверное, раз до тех пор, пока у меня не появилось бы 100% совпадение. То есть за бункировку топлива чаще всего отвечает фрахтователь. То есть те ребята, которые заказывают... Блин, ветки падают. Те ребята, которые заказывают перевозку груза, они обычно платят и за топливо. Но в случае дебункера, когда вы сдаете топливо, которое вам не нравится, платить будет уже офис ваш. То есть компания, которая либо имеет в аренде это судно, либо является судовладельцем. То есть это все уже ложится на их плечи, а это дорого. Именно поэтому, пока вы можете двигаться, вы будете двигаться. Если вы встанете колом, то опять-таки вы же будете виноваты, но топливо, наверное, заберут, я не знаю, в следующем, может быть, порту, а может быть, через месяц или через два. И все это время вы будете пытаться его топить, потому что оно стоит денег.
Так, Вилия Закирова пишет: подкрепляй видяшки файлами для страждущих, плиз, каналу Респект. Спасибо. Все видео, которые необходимо подкреплять каким-то материалом, они подкрепляются материалом в группе ВКонтакте, в комментариях, либо в Телеграм-канале. Потому что на Ютубе нельзя подкрепить файлик ни в описании, ни в комментариях. Это не файлообменник. Поэтому смотрите, если нужны, то обязательно подписывайтесь. Либо просто имейте в виду, что есть паблик ВКонтаче и есть Телеграм-канал. Помимо чата в Телеграме есть еще и канал. Там есть литература. А в чате ребята, которые уже на опыте, на самом деле, то есть у нас есть и старшие механики там, они часто подкрепляют очень хорошую литературу, советскую литературу, та, над которой действительно работали люди, та, которая основана на практике, основана на каких-то научно-исследовательских институтах, то есть теории. Практика – это не новая литература, не современная, которая написана на базе какого-то бреда. В общем, старые книжки, хорошие книжки, которые проверены временем, которые не теряют актуальности даже сейчас, когда кругом электроника, они актуальны. Все это есть в чате, в закрепах. Смотрите, ищите. Сергей Поливной пишет: если я механик на первой практике, мне это нужно? Видео, как читать схемы. Нужно, дружище, нужно. И чем раньше ты начнешь читать схемы, тем проще тебе будет, потому что это азбука. Дальше будут меняться только стандарты. GIS, Old GIS, GOST, я не знаю, DIN, где ты там будешь работать. Но поменяются только немножечко условное обозначение. Топология схемы останется прежней. И когда ты начнешь эту эльфийскую рукопись нормально с разбегу понимать, тебе будет проще. Не будет таких ситуаций, когда тебе говорят, что неплохо было бы дизельный сепаратор запустить, а ты полтора часа в схему тупишь и не можешь понять, открыть клапан или не открыть клапан. Учись заранее, потому что потом просто будешь экономить время. Любопытно, с какой частотой работают эти масляно-пневматические демпферы. Из ролика вроде следует, что сила возникает на каждых... Там большой комментарий, вот, не буду дочитывать до конца, но вопрос понятен. Как это все работает? Да никак это не работает. То есть у вот этих брейсингов гидравлических есть два режима. Автоматический и ручной. В автоматическом режиме они работают в паре с демпфером колебаний активным, про который я вскользь упоминал в ознакомительном видео по MAN-ME. И на этом гасителе колебаний есть датчики, три по трем осям. Но они стоят на самом демпфере, а не на двигателе, поэтому я не знаю, как функционирует эта корейская физика. То есть прибор, который генерирует контрколебания, на нем и находятся датчики, которые должны снимать первичные колебания. Как это функционирует, хрен знает. Но мы сейчас это все используем на пассивном режиме, то есть на режиме manual, потому что компенсатор колебаний активный, разлетелся еще, наверное, год назад, и мы его не можем собрать, потому что у него серийный номер 1. То есть это экспериментальная какая-то корейская херня, и даже они еще не понимают, почему там все разлетается. На режиме manual он работает как обычный амортизатор на обычной машине, легковой или грузовой. То есть сила действия равна силе противодействия с небольшой задержкой за счет того, что там есть сжатый воздух, и он немножечко демпфирует все это дело. Поэтому куда движок шатается, оттуда он и получает контур силу. Вот и все. Единственный плюс при использовании гидравлики – это в том, что нет расхода фрикционных блоков, как на обычных топ-брейсингах, и не надо постоянно проверять обтяжку этих гаек, и не нужно периодически искать усталостные трещины на силовых элементах, потому что их там просто нет. Вот нам опять наш англоязычный дружище пишет: «Brother, good day. Can you please tell me, how can I adjust vertical bow height?» Высота вала, она отдельно ничем не регулируется. То есть, если у вас сильно сел вал, первое, это все разобрать и замерить. То есть, там необходимо инспектировать пружину, которая находится снизу. Необходимо проинспектировать шарик,
пятку, в которой стоит шарик. Также необходимо проинспектировать опорный подшипник на валу. То есть, ну, в принципе, его не инспектируют, его просто меняют в подшипник одноразовый. И если после этого вал у вас все-таки все еще ниже сидит, ниже, чем нужно, но можно, точнее, нужно отписаться в офис. То есть, если у вас компания не Роксана Бабаян какой-нибудь там, да, не хочу никого обидеть, но компания всратая, то, скорее всего, вам пришлют инструкцию, что делать. Здравствуйте, на тайминге 4.39. Не совсем понятен смысл клапана позиции 203, а именно как он защитит насос при реверсе. Мне кажется, если более подробно взглянуть на схему, то он работает как разгрузочный. Когда насос работает нормально, то есть он, у него всасывание, это всасывание, нагнетание, это нагнетание, то этот клапан закрыт не только пружиной, но еще и давлением масла. Но если насос у нас реверсировался, а движка нет, либо наоборот, движок реверсировался, а насос нет, всасывание и нагнетание меняется местами. Тогда потоком жидкости эта слабенькая пружина легко сжимается, и масло проходит у нас и в нагнетательную полость, которая стала всасыванием. То есть от насоса толка никакого не будет, но он хотя бы не разлетится, потому что перегреется. Потому что сухой ход в этом случае исключен. И да, в мануале про 203 клапан написано именно так, что он именно протектором является. Механика 13 пишет. Не совсем понял насчет толкателя. А именно, с чего это вдруг придется регулировать угол опережения подачи, если его снимать? Насколько я знаю, там достаточно не потерять при разборке, сборке шайбы, прокладки, на которой... Смотри, ты немножечко путаешь конструкцию. Допустим, если мы берем топливный насос высокого давления Zexel, который ставится на Daihatsu, то там угол опережения подачи регулируется шимами. Да, шимы подкладываются, чем выше сидит насос, тем... меньше будет угол. Что касается насоса Yanmar, то там толкатель выполнен отдельно, и высота этого толкателя, она регулируется. То есть, если мы будем ее разбирать, разбалчивать, то мы 100% потеряем тайминг. Поэтому мы обычно не разбираем толкатель, мы просто снаружи инспектируем его, меняем резинки, которые, блин, хорошо, что находятся снаружи, не нужно разбирать. Вот. И в принципе, после разборки ТНВД, даже Zexel, необходимо проверить, не сбился ли угол, потому что шимы могли либо потеряться, либо спутаться, потому что, ну, я сам работал третьим механиком с динамками, я знаю, что даже если ты пришел, там все по поддончикам расписал, то риск того, что вы что-то перепутали, он все-таки есть. Поэтому, да, после сборки необходимо проверить не только нулевую подачу конкретно по каждому ТНВД, но и... Че надо? Че надо? К тому же, может быть такой вариант, что Plunger Barrel износился, он стоял там долгие годы, вы его заказали, вы его не можете получить, потому что, ну, вам просто не присылает его суперинтендант одаренный. И приходится регулировать динамику работы двигателя, то есть приходится регулировать ПЗ путем изменения угла опережения. Вы... разобрали насос, вы поставили новый Plunger Barrel, который все-таки до вас дошел. И теперь, представьте себе, при индицировании вы обнаружите, что у вас цилиндр, на котором стоит новый баррель, он убежал вперед. И вам необходимо будет его регулировать. Опять-таки, такой вариант может быть. Поэтому проверить нужно всегда. Михаил Юшкевич. Опрокидывание из-за большого объема воды, который не всегда достигает нужной температуры для производства пара. Я задавал вопрос по опрокидыванию циркуляции, что это такое вообще, потому что вспомогательный котел, который стоит на этом судне, на моем любимом трасте, он не имеет циркуляционных насосов. Почему там не грозит ему опрокидывание циркуляции? Ответ вот. То есть опрокидывание циркуляции – это прекращение естественной циркуляции.
Допустим, естественная циркуляция, она осуществляется за счет перепада температур. То есть здесь у нас теплоноситель более теплый, здесь менее теплый. И за счет разности температур появляется разность плотностей. И за счет конвективного теплообмена появляется так называемая естественная циркуляция. Но из-за локального перегрева, допустим, либо из-за сверхвысоких параметров работы котла, может наступить тот самый нехороший процесс, как опрокидывание циркуляции. Тогда у вас окончательно все к херам перегреется и котел разрушится. Если с локальным перегревом все понятно, то есть просто вместе у вас в одном все вскипело, естественно, что там циркуляции никакой не будет. У вас просто там будут какие-то маленькие пузыри, и естественно, что трубы подъемные, они получат повреждения. Да, подъемные трубы есть даже в вспомогательных котлах. И вот что касается опрокидывания циркуляции при работе на сверхвысоких параметрах. Если в таких котлах разница в плотности не то, что между слоями воды практически исчезает, разница в плотности между водой и паром практически уходит при таких параметрах, ни о какой естественной циркуляции гарантированно речи идти не может. Поэтому там 100% стоят циркуляционные насосы. Если у вас котел работает на 4,5 барах, то ему не нужны насосы. Там все работает от природы. Максим Приморский. Хорошее видео. Спасибо. Вот только один вопрос. А неужели есть люди, которые смазывают вкладыш со стороны постели? Имеется в виду процесс установки вкладыша рамового. Да, есть люди, на самом деле, мажут маслом, мажут гризом, вазелином, то есть теории там всякие разнообразные есть. Именно поэтому в видео я на этом акцентировал внимание. Почему? Потому что боятся неизвестности. Когда заводится вкладыш, там все очень туго. Плюс еще немножечко стружка может сняться с внешней кромки, что в принципе является нормой. Это все для неокрепшего ума является шоком, поэтому и происходят такие вот косяки, которые впоследствии могут привести к проворачиванию подшипника. Именно поэтому я и говорю, что не надо этого делать. Ну что, ребятки, я думаю, что я своим вот этим выпуском покрыл почти 4-месячное свое отсутствие именно в этих выпусках. И если какие-то важные комментарии я пропустил, а это возможно, потому что вас много, вы мне, пожалуйста, их отпишите еще разок, я это все зафиксирую, в следующий раз тоже на них отвечу.